Вот здесь сделали стяжку вот такую вот, смотрите, там даже дорожную сетку кинули. Ну, здесь просто очень большая как бы подсыпка, выравнивали мосты. Ну, и вот как бы восьмерка арматура, ну, для такой дорожки и шестерка подходит. Ну, проблема в том, что шестерку периодичку сложно купить. А восьмерка, ну, вот, ну, она просто дороже и вот такая. И вот у нас по замыслу вот такой мостик сделали. Вот мы его подкидали. Ну, мостик уже, видите, черновая. Вот этот, кинуть потом надо, кинуть сеточку. Смотрите, так выглядит. Ну, а здесь уже готовая, будем говорить, конструкция, которую можно делать начисто. Ну, я буду вам показывать, как вот эту дорожку, вот именно как мы ее делаем. Ну, там, где заказчик терпит нас, то мы можем такую страшную дорожку гоблинскую взять. Ну, это дорожка в туалет, и я думаю, страшного ничего нету. Возьми умывальничек, поставь, я покажу, какой умывальничек. Там этот. Вот смотрите, здесь у нас даже в этом туалете будет умывальник. Здесь можно в туалет сходить и руки помыть. И смотрите, какую я вам конструкцию показываю ужасно. Теперь этот чирик, все. И вот такая гоблинская бетонная мебель будет. Смотрите, все, чирик, с нержавейки, гномы паковали. Вот у нас здесь вот такая рама, окна. И смотрите, сюда потом двери могут поставить, то ли пластиковые, то ли их просто сделают. А здесь будет, будем говорить, стекло стоять. И вот такая, видите, шатерчик. Ну, я вам очень много фильмов снял по этому туалету, но не получается пока собрать. Ну, соберем, я буду показывать. Вот видите, даже розетки, здесь свет будет. И вот смотрите, как говорится, больше фильм идет по дорожке. Ну, вот подкинули бордюр. Ну, что такое этот бордюр? Это типа опалубки. Ну, надо ее деревянную делать, проще камней накидать, опитать бетоном. И получается такая смешная, ну, будем говорить, гоблинская, будем, опалубка. Теперь в ней получится видно дорожку. Теперь мы потом эту, я покажу, сеткой обтянем на всякий случай. И будем лепить вот эту, будем говорить, дорожку в туалет. Ну, такой небольшой фильмик я вам показал. Будем поэтапно показывать, что здесь происходит. И я вам выставлю, вот как сделать гоблинскую дорожку в туалет. Все. Вот такая она смешная. Ну, боюсь, чтобы меня в тюрьму не посадили за нее. Ну по-другому я работать не умею. Ну, был показан кусочек фильма, как сделать дорожку. Ну, дорожка и мостик, это как бы одно целое. Ну, надо сделать начало дорожки, поэтому вот, будем говорить, такие с камня было обозначены бордюры, потом их, будем говорить, покидали бетоном, проармировали и сделали основание для мостика. И вот видите, вот так мостик выглядит. Уже черновую сделали, вот он опирается на два куска черновой дорожки, которой уже арматура сделана, подсыпка сделана. Ну, все это такой, как бы, конец уже рабочего дня идет. И мы, ну как, не рабочего дня, уже заканчиваем объект, уже холодно. И мы торопимся все-таки эту работу сделать. Остается там 3-4 дня. И вот я показываю, что вот здесь начало мостика. И уже стяжечка сделана, уже черновая снизу и сверху подкинута. И я уже начинаю делать форму вот такого мостика. Вот так он будет выглядеть. И вот я формирую такие столбики. То есть я выбрал вот элемент того, что мостик как бы сделанный из металла. Его делали гоблины, или там нет, гоблины навряд ли они делают, делали гномы. Это гномья сталь. И вот я его, ну, это простое, такое простое решение. Просто мне надо поштукатурить мостик, чтобы он был на что-то похоже. Ну, он с той стороны уже видно, ну, что там есть заклепки, уже что-то там я наметил. Ну и видно, что мы параллельно делаем туалет эльфийский. Значит, здесь гномы, которые работают вот с эльфами в паре. То есть у них там свои какие-то отношения есть, дружба, идет торговля. Ну вот получается, я по бокам этого мостика формирую, будем говорить, столбики. А под мостиком у меня уже Саша сидит. Он там самую сложную работу доверили Саше. Посмотрите, у него рука, он гномик, наверное, потому что больше туда никто залезть не мог. И Саша спал, спас меня. Так бы я там бы сидел бы и опять мучился. А так Саша залез и закидал. Ну,
Таджиков здесь нету, и получается, вот Саша решил самую сложную работу, которую я мог бы только доверить таджикам. Ну, Саша очень сильно разгружал меня по работам, хотел эту работу научиться делать, и, ну, и у него навыки мастера штукатура есть. Поэтому с ним достаточно легко было. Вот видите, я низ мостика, что я делаю? Я формирую такую, как бы, толстую утолщение такое металла, на котором крепится, держится весь мостик. И потом мы его закроем. Видите, я подглядываю, как с той стороны. То ли я не по порядку показываю, то ли такая съемка, но та сторона сделана. Я показываю, как бы я повторяю. Ведь пока дошел и забыл. А что же я там делаю? Ага, там вот так, вот так, вот так. Эскиза нету. И вот это я хожу туда-сюда и подглядываю сам за собой. А вот видите, вот здесь вот такая, вот такой, видите, ковочка идет на тот столбик. И вот я сейчас ее вылеплю, и потом вот сделаю заклепки. Ну, я что-то пытаюсь рассказать, но там, видать, ветер, и мне приходится дублировать и выдумывать сказку, как я делаю мостик. А так ветер, видать, шумный, приходится мне заново рассказать. Он у меня внучка там ходит, вот опять пришел. Я говорю, да что ж я должен сделать такое, что пока дойду, забуду. Конечно, лучше бы эскизик иметь, но лень если делать эскизы, как бы работа несложная, как сделаешь, так и сделаешь. Ну, надо повторение. Вот получается, чтобы вот все-таки я врубился, что надо делать, надо вот повторить то, что с той стороны, там с правой или там с какой стороны. И вот сейчас это я выровняю, и потом надо будет заклепки сюда сделать, и будем говорить, покраска будет под серебро, под медь. Ну, вот идет вот так, как обычная работа штукатура. А Саша внутри такую шубку кидает, вниз, внутри, чтобы... Ну, закончить работу, видите, он уже вылез под этого, с под мостика, и ему надо кинуть наверх шубку, потому что вертикал, вот как кинешь вертикал еще под тем мостиком. Он меня, вот видите, позвал, я сейчас заглядываю, говорю, ой, как ты хорошо, красиво сделал. Вот смотрите, как с этой стороны уже мостик сделанный и замытый. А это он говорит, я хочу там какую-то змею сделать. Говорю, Саша, делай, что захочешь. Хочешь змею, хочешь. Потому что там провода, вот он заулыбался, я говорю, делай, я говорю, что ты хочешь, чтобы тебе нравилось. Он хочет такую змею сделать, и в змею засунуть провода, которые, там будет два светильничка, и эти светильнички, ну, уже завели провода, и там будет коробка. А чтобы провода спрятать, вот он решил, ну, как бы творчески работать, как скульптор. Ну, я согласен на все, только бы он работал. Редко, когда народ хочет, говорит, хочу работать. Я говорю, не, нельзя. Не, можно работать. Я сам, у меня все можно, мы работали. Вот у нас, видите, балочка такая деревянная. Это маяк, по которому мы делали стяжку на мостик. Вот. И сейчас по этой палке, он там, видать, много подкидки, он удавил камни. Видите, ну, чтобы меньше раствора было. И вот этот брус, ну, сейчас он выложит его и сделает маяк, по которому сделает мостик, выровняет. По вот этому брусу он будет по уровню сделан. И мы немножко, как бы, мостик немножко расширим. И прокуем, он тогда будет выглядеть, как бы, длиннее и будет интереснее смотреться. Ну, вот получается такой длинный фильм, я не знаю, там на 40 минут, и я его разделю вам на три части, и, короче, будете вот смотреть по частям.